просто терпеть ее не могла. Просто что за грамматика? Всем привет! Меня зовут Катя, и сегодня я расскажу вам, как выучить все времена в английском языке, зная только 4. Я хочу показать вам метод, не просто чем отличается одно время от другого. Я хочу показать вам метод, как даже если вы забыли таблицу, формулу, какие-то сумасшедшие правила в вашей тетрадке или в вашем учебнике, как с помощью логики восстановить ход событий и понять, что за время перед вами. Продолжайте смотреть это видео, и в нем вы найдете ответы на все свои вопросы касательно времен в английском языке. В чем, собственно, вся соль? Почему нам так трудно даются времена в английском языке? Думаю, ответ на этот вопрос не очень сложен, потому что в русском языке у нас все понятно. Прошедшее, настоящее и будущее. Что, собственно, еще нужно? Но в английском языке принципиально понять разницу не между будущим, прошедшим и настоящим, а между simple, continuous, perfect и perfect continuous. Вот и вся сложность. В русском языке у нас 3 времени, а в английском языке у нас 12. Аж 12. Какой кошмар, ужас, просто нет. Когда вы поймете, в чем разница, то вы будете с легкостью применять их либо в будущем времени, в настоящем или в прошедшем. Это уже дело, скажем, второстепенное. Ладно, чтобы не быть голословной, давайте разберемся. Это видео подойдет для тех людей, которые очень хорошо знают английский, и также для тех, кто только начинает его учить, чтобы сразу с нуля у вас сформировалось правильное понимание времен в английском языке. Чтобы не было потом вот кучи малы в вашей голове. Потому что когда я начинала учить английский в своем первом классе, да, то у меня была куча мала. Я тоже была тем человеком, который ненавидел грамматику. Просто терпеть ее не могла. Просто что за грамматика? Понимаете? Но потом, когда я поняла, что, по крайней мере, времена в английском языке — это вообще легкотня. Не надо на этом валиться, не надо из-за этого терять баллы, не надо из-за этого не поступать в нехороший университет, не надо из-за этого там плакать. Это легко. Посмотрите видео, все поймете. Так, погнали. 4 времени. Начнем с simple. А даже самый школьник знает, что такое simple, правильно? Simple с перевода. Вообще, всегда. Вот какое-то время, какое-то правило переведите. Вот что такое present simple? Настоящее present simple, простое. Все, от этого почти все потом проблемы исчезают. Мы используем simple, когда хотим рассказать о каком-то простом, ежедневном, регулярном действии. Также будет расписание. Все, что происходит регулярно, ни для кого не удивительно и постоянно. Это simple. Как образуется у нас present simple? Он образуется у нас никак. Мы берем подлежащее и глагол, не трогая его абсолютно. Единственное, для третьего лица, то есть he, she, it, глаголу мы на конце добавляем окончание s. То есть было бы I play tennis, I play the guitar. Если это будет he, she, it, это будет звучать примерно так. He plays tennis, she plays the guitar. То есть по сути просто добавляем s. Вот смотрите, как нам объясняли в школе, как определять то или иное время. Есть всякие маркеры. То есть слова показательные, которые нам показывают, указывают на это время. Какие, например, у simple? Давайте. Usually, always, sometimes, да? Вот такие вот всякие слова-маркеры я вам очень сильно советую. Конечно, можно запомнить эти слова-маркеры, но намного важнее запомнить логику. Вот, это был у нас present simple. А давайте перейдем к present continuous. Сначала мы разберем все в презенте, потом я расскажу, в чем, собственно, весь секрет. Present continuous. Continuous — это продолжительное действие. Оно на то так и длинно пишется, чтобы показать вам, ребята, длительное действие, очень долго и длинно его писать. Мы используем это время, когда хотим передать, что процесс, у нас что-то длится очень долго. Вот смотрите, в чем разница. We play the guitar. Мы играем на гитаре. Это будет значить... Мы просто играем на гитаре, то есть мы умеем играть на гитаре, и иногда играем, даже без слова mark. А если мы скажем we are playing the guitar, это будет значить, что они сейчас играют. Present continuous у нас показывает, что действие происходит прямо сейчас, длительно, да, то есть это процесс. We are playing the guitar, don't bother me. Ну, например, да? Это, конечно, перебор. Когда мы используем present continuous, когда мы хотим показать процесс, когда это действие происходит в данную секунду, в данный момент, какие слова-маркеры? Now, at that moment. Перейдем к времени perfect. Немножко потруднее, но ничего. Perfect. Переводим. Идеальное, совершенное.
Что это значит для нас? Для нас это значит, что действие произошло. Смотрите внимательно. В симпле действие иногда просто происходит, а на него вообще все равно. Оно просто происходит, и мы хотим просто сказать, да, иногда это может произойти, да, это просто писание, но... Continuous. Это когда мы хотим показать процесс. Perfect. Это когда мы хотим показать совершение действия. Совершение. Наступление. Какой-то результат, возможно, от деятельности. Понимаете, в чем разница? В русском языке мы бы все это должны понимать были с помощью логики и контекста. А в английском языке мы можем без логики и контекста просто понять это, когда мы поймем время. Какое у нас образование perfect? Если видим perfect, то у нас по-любому там будет have. Ну, по-любому. И третья форма глагола. Либо окончание иди, управили глагол. Да? Надеюсь, все это помнят. Если нет, то пишите в комментариях. Ну, либо просто скажите таблицу, я думаю, это не великая проблема сейчас. Короче, если у вас проблемы с неправильными глаголами, выучите сначала там топ-30 самых часто встречаемых, потом добавляйте потихонечку. Это не трудно, они там однотипные, так что давайте. В общем, как у нас образуется perfect? Это have или has, если это что? Третье лицо. А потом у них глагол в третьей форме, либо с окончанием иди. Например, I have eaten an apple. Я съела яблоко. Возникает чувство, что это прошедшее время, да? Но это настоящее время. Также perfect можно понимать как предпрошедшее время. То есть, если я скажу I eat apples, это значит, что я в принципе ем яблоки. Просто в принципе ем. Если я скажу I'm eating apples, это будет значить, что я как бы кушаю яблочки. Понимаете? Прямо сейчас. Если я скажу I have eaten apples, то это уже будет значить, что я съела яблоко. И это именно какой-то результат чего-то. То есть до этого, возможно, был какой-то контекст. Например, мама такая, да не, у нас дома есть яблоки. Я такая, I have eaten apples. Типа, все, блин, больше нету яблоков, я уже все съела. Когда мы говорим perfect, мы хотим показать именно не то, что это есть, оно регулярно происходит, да? Мы хотим показать, вот, я съела яблоки. Результат. Perfect мы еще используем, когда это касается личного опыта. I have visited Germany. I have visited Italy. I've been there and there. Дальше мы с вами еще сильнее разберемся, не переживайте. И последнее, самое страшное время, оно действительно неприятное, но его очень редко используют, поэтому сейчас я про него скажу очень быстро, не переживайте. Perfect continuous. Это, собственно, соединение perfect и continuous. Смотрите, как оно образуется. Также подлежащее. Затем у нас идет have или has. Потом у нас идет been и инговое окончание. Мы его используем тогда, когда нам нужно показать, что действие началось давно и длится до сих пор. Именно началось давно, это у нас про perfect, да, предпрошедшее. И continuous, это потому что оно длится до сих пор. Вот на что вам нужно это время? Только чтобы сказать, как долго вы учите английский. I have been learning English for 10 years. На самом деле больше. Смотрите, как я сказала, I have been learning. То есть я начала и до сих пор учу, я не остановилась. А если бы я сказала, I have learned English for 10 years, это бы значило, что я его учила. И вот сейчас у меня такой результат. I have been learning English for 10 years. Я учу до сих пор английский, то есть я совершенствуюсь. Какие у нас вообще в перфекте маркеры? Это for, since, recently, а в perfect continuous это for также, all day, да и since тоже подходит. Подведем итоги. Simple для простых регулярных действий. Continuous для длительных действий, показать именно длительность действия. Perfect показать результат действия и законченность действия. Perfect continuous началось давно, продолжается до сих пор. Поняли? Если да, то вы большие умнички. Если нет, то пересмотрите. Теперь вы скажете, какого черта? Катя, где прошедшее, будущее и настоящее? Сейчас все будет. Смотрите, у нас есть 4 группы времен, которые мы только что разобрали. И сейчас мы просто вот эти группы будем перемещать в past и future. Все. Смотрите, как это просто. Если у нас был present simple, мы хотим сделать past simple, прошедшее время. Мы берем и нашу конструкцию, подлежащее и просто сказуемое, подлежащее и сказуемое в прошедшем времени. Прошедшее время у нас отображается во второй форме, либо с окончанием ed. Если это был I do my homework, то в прошедшем времени у нас будет I did my homework. Я сделал домашнюю работу. Да, я делал домашнюю работу. I played tennis. I played the guitar. То есть, видите, просто добавляем, где можно иди, где нельзя, вторую форму глагола. Что еще используется? Past simple. Те же привычные действия, регулярные и так далее, только в прошлом. Также очень любят в past simple рассказывать какие-то истории. Последовательность действий, да. Это тоже очень важно. Какие у нас слова-марки здесь? Last week, last year, last decade. Что-нибудь там last, да? Когда-то там давно. Last summer. Прошлое, да? В прошлом летом, в прошлом году, в прошлое десятилетие и так далее. Окей, а как в будущем?
Мы просто возьмем и к глаголу добавим will, и все. Получится у нас future simple. I will play, she will run, да? То есть, если ставим will, то там уже никакой s-ки ничего не добавляется. Насколько это просто, когда вы понимаете, в чем разница времени. В прошедшем времени добавляем окончание ed, прошедшую форму глагола, просто ничего остального не меняем. А во future добавляем will перед глаголом. И все. Окей, переходим к continuous. Как у нас он образуется, present continuous? Это to be. И инговое окончание. Что такое to be? To be — это быть. To be в настоящем времени — это am, is, are. Как запомнить? I am Kate, да? She is girl. They are. Это настоящее время. В прошедшем времени continuous мы просто меняем этот to be не в настоящую форму, а в прошедшее. Все остальное оставляем неизменным. Получается как? She was playing the guitar. I was doing my homework. Понимаете? To be в прошедшем времени будет was или were. Was для единственного числа, were для множественного числа. И все. They were, I was, she was, he was, Alice was. И так далее. Все. Остальное остается неизменным. Смотрим в наш future continuous. Что получается? We will be playing. То есть мы добавляем просто will и be оставляем без всяких там приколов. То есть если мы ставим will, то потом у нас самая простая форма идет, да? То есть без s, без всего. Тут то же самое. We will be playing. I will be doing. И так далее. Понимаете? Просто ставим will, а дальше та же to be и тот же глагол с инговым окончанием. Все. Спускаемся к перфекту. Что мы делаем в перфекте? У нас в present perfect был have и глагол, или has. А в прошедшем времени просто будет have или has в прошедшей форме. Это у нас had. Остальное ничего не меняется. Например, да? I had eaten the apple. А как мы скажем это в будущем времени? I will have eaten. I will have done my homework. То есть берем, оставляем все как в present perfect, только добавляем will перед ним. Все. Остальное не меняется. Это меняем, когда это было в прошедшем, когда это будет в настоящем или в будущем. И perfect continuous тоже по аналогии. Также вместо have. Had, I had been learning English. Если это будущее, I will have been learning English. Так, подытожим. Что нужно знать? Знать разницу между simple, continuous, perfect и perfect continuous. Если мы ее знаем, то нам переживать не стоит. Потому что мы по логике определим какое-то время. Будущее, прошедшее или настоящее, правильно? Главное помнить, как образуются именно эти группы времен. А там уже мы определим, что произошло раньше, что произошло позже, да и все. Надеюсь, вам стало понятнее. Внизу я прикреплю задание, чтобы вы потренировались. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. Мы ответим. С вами были Siberia Girls. Я Катя. Всегда рада вам. Всегда рада объяснить что-нибудь. Поэтому до встречи в следующих видео. Люблю. Обнимаю. Пока. Например, мы не просто играли на гитаре, а мы играли на гитаре.